Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дэн Хай, и сегодня мы будем с вами играть в My Fishing World. Сегодня мы будем с вами пробовать ловить на воблера на озере Тахо. Будем использовать какие-то воблера, более крупные, более мелкие. Конечно же, все не будем использовать. У нас на 15 метрах находится рыбец, сазан, линок, налим, судак, щука обыкновенная, щука глубинная, шит. Будем пробовать сейчас, наверное, на большого воблера, чтобы поймать щуку глубинную. Биг Хантер, наверное, возьмем. Давай. Катушка, удочка у нас все максимальные. Забрасываем и будем пытаться как-то поймать что-то хотя бы. Оп, есть уже сразу поклевка рыбы. Ничего-то не крупное, но все же. И так кажется, очень сильно тянет, возможно. Что нам даст это? Глубинная, да, ребятки, на 64 килограмма. Очень крупная. И насколько она там звезд, но очень мало было. Так что можно, я думаю, Predator Pro использовать. Попробовать на него чисто так. Будет, не будет, не знаю. Ну, тоже должно что-то клевать вообще, по сути. По одной рыбке на воблера поймаем, и, в принципе, будет неплохо. Так, тоже что-то очень крупненько. Наверняка щука глубинная, потому что навряд ли что-то тут еще что-то может клюнуть. Щука глубинная, трофейная. Неплохо, на нее 101 килограмм. Круто, трофей закрыли, это нормально. Так, давайте тогда используем какой-то, может быть, небольшой воблер. Элч дир. Используем. Попробуем. Ой. Да. Тихо, вернись. Небольшой воблер. Я думаю, на него будет что-то тоже клевать. По крайней мере, должно. Я на это надеюсь. Есть ли тут вообще такая рыба под этот воблер? Ну, наверное, есть. Если мы тащим. Должна, наверное, быть. Есть поклевка, ребятки, но уже произошла она более ближе к берегу. Щука глубинная вряд ли на глубине, так что тут что-то другое. Тут у нас линок на 5 килограммов 80 грамм. Неплохо. Даже для задания идет, это очень даже хорошо. Вдали, возможно, на этот воблер даже не будет клевать ничего. А там фиг его знает. А нет, вдали тоже. Ну, получается, наверное, линок это и клюнул вдали. Все-таки на 15 метрах стоял линок, так что, возможно, это и есть линок. А нет, это судак, ребятки, на 3 килограмма 819 грамм. То есть можно и судака даже пробовать ловить, да? Ну, как раз-таки под судака он подходит. Только что-то мелкий какой-то клюнул. Так, еще одна поклевочка. Тащим, посмотрим, что это попалось. Также, наверное, либо линок, либо судак. Конечно, могут еще рыбы здесь быть, щука может, еще кто-нибудь быть. Налим даже, видите, есть почти на 6 звезд. Почти трофейный, но не трофейный. То есть неплохо так идет пока что. Так, еще одна поклевка с первой протяжки, с первой проводки. Тоже такое что-то более не крупное, но для воблера это крупное, по сути, килограммов на 15 точно. А нет, даже на 10 щука обыкновенная. Неплохо, забираем. Разнообразие клюет. Всякая разная рыба. Разнорыбье. Это интересно, по сути. И, в принципе, каждый заброс. По-моему, не было таких забросов, потому что не клювал. Вот мне кажется, сейчас не клюнет ничего. Что-то сказал именно то, что каждый заброс клюет, и что-то и не клюет ничего. Может, и ничего и не клюнуть сейчас. Не может быть такого-то, чтобы каждый заброс прям клювал. Ну да, она не клюнет ничего. Давайте поменяем воблер на какой-то средненький. Так. FM 156. Посмотрим, что он здесь.
будет ли что-то вообще давать. Есть. Но это мусор, ребятки. Ну, может быть, хотя бы ценный мусор попался. Вряд ли, конечно, но надеемся. Нет, ребятки, не ценный. Банка 10 серебра всего лишь стоит. Очень мало. Проводочек еще сделаем. И все, наверное. Да, есть, ребятки, рыбка. И, наверное, на этом сейчас уже будем заканчивать. Посмотрим, что это за рыба. Продадим ее, все, и все. Так, это у нас налимчик, ребят. Налимчик очень хорошо идет для фарма. Прям хорошо хармат. Так, продаем нашу рыбу. Вот они, наши экземплярчики, так скажем. На 2000 обошлись. 7 рыб, 2000 стоит неплохо, по сути. Мы ничего не оборвали. И это очень даже хорошо. Так что, ребятки, все, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Дэн Хай. Ждите новых видеороликов. Всем пока-пока.